Время 12 часов 00. Посмотрим, что творится у Бузовой. Ага, 806. Боты скачут туда-сюда. Ну, понятно. Кто-то СЭОшник сидит, покупает ботов, они туда-сюда скачут. Ну как же, аккаунт заблокировали, Инстаграм, надо развивать в срочном порядке Телеграм-канал. Реальные подписчики не будут отписываться то туда, то сюда. Это накрутка. Покупают ботов. В течение дня я тоже наблюдала, тоже была такая картина. Сняла ролик, но не стала его загружать. Потому что надоело смотреть, что делают. А вот как будет крупная покупка, вот это будет сразу выложено. Они сейчас понемножку покупают. Но если обратили внимание, то вот тут вот уже накрутили до 806. Быстро накрутили. Вот. Так что видите, туда-сюда скачет. То вперед, то назад, то подписывается, то отписывается. Вот.
Так что это не подписчики, а это покупные боты. Так что вот так, на этом я заканчиваю. Надоело смотреть, как Бузова хочет накрутить 23 миллиона, но у нее пока даже 1 миллион не выходит, а у Ксении Собчак уже 1 миллион с чем-то. Ну ладно, удачи, Оля и команда.